Сегодняшняя тема. В 1990-е эти пары радовали глаз многих поклонников. При этом отношения этих звезд развивались стремительно. Например, Филипп Янковский сделал предложение Оксане Фандере всего через месяц после знакомства. А Ирина Безрукова, ради актера Сергея Безрукова, ушла от нелюбимого мужа. Листай нашу галерею и читай подробнее про истории звездных пар. В 1990-е знаменитости не только занимались устройством личной жизни, но и своей карьерой. Именно в это время многие звезды выпустили хиты, ставшие навсегда классикой. Алиса Мон спела свой знаменитый «Алмаз», а группа «Божья коровка» выпустила хит про «Гранитный камушек». Больше историй про артистов ты найдешь по ссылке. От эпохи 1990-х исходила какая-то теплота, неудивительно, что многие звезды до сих пор с ностальгией вспоминают это время и говорят, что раньше было лучше, по крайней мере в шоу-бизнесе. И еще читай. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.